эта избирательная кампания началась на фоне резкого роста вот такого ощущения у людей о том, что наши интересы, интересы граждан не представлены во власти, и что нас это как-то внутренне задевает и даже обижает. Логика этих выборов изначально заключалась в том, что депутаты, проверенные муниципальным уровнем, они делают следующий шаг, они баллотируются уже не в своих районах, в своих округах, и они пытаются сделать следующий ход в своей легальной политической карьере. Ну, как мы знаем, что случилось потом, почти все эти люди, они были заблокированы, они были сняты с выборов. А обоснования для того, чтобы их снимать, были абсолютно хамские. И вот как раз ощущение того, что так не должно продолжаться, вылилось в знаменитые летние московские уличные протесты, которые на самом деле начались с дела Голунова, заканчивались скорее уже реакцией на полицейский произвол. Но ядром этих протестов стало требование возвращения гражданам избирательных прав и тезиса о том, что люди могут самостоятельно решать, за кого они хотят проголосовать, кто должен быть в бюллетенях, кто должен быть в Мосгордуме. Мне кажется, в какой-то момент времени вообще главными действующими лицами кампании в Мосгордуму стали политзаключенные. Отдельное, совершенно новое явление для всей постсоветской России — это студенческая солидарность, которая была связана с тем, что после митингов были арестованы несколько студентов. Егор Жуков из Высшей школы экономики, Даниил Конан из Бауманского университета и так далее. И студенты впервые увидели, что в их силах, по крайней мере, высказывать публично заметную какую-то общественную позицию, говорить от лица и молодого поколения, и студенчества, от лица людей, которые совершенно не намерены не нарушать никакие законы, но которые при этом никому не намерены отдавать свои права. Избирательные, конституционные, право собраний, право свободы слова. Умное голосование 8 сентября в Москве, оно помогло сделать так, чтобы чиновников во власти было чуть меньше, а каких-то других людей, некоторые из которых, безусловно, достойные, этих людей стало чуть больше. Мы отвечаем, очевидно, положительно. И в этом смысле умное голосование сработало. Впервые 4 кандидата «Яблока», которые они смогли выставить, были поддержаны Навальным. Навальный их не напрямую поддержал. Он сказал, что, вы знаете, вот есть умное голосование, давайте голосовать за самого сильного оппозиционного кандидата в округе. И так получилось, что эти 4 кандидата — это кандидаты от «Яблока». Тот механизм, который называется умным голосованием, стал примером объединения разных оппозиционных сил. После вот этого конгломерата самовыдвиженцев, которые теперь должны как-то снять маскировку и объявить о том, что они в действительности фракции «Единой России», крупнейшей политической силой после них теперь становится партия КПРФ, а партия с, мягко говоря, с противоречивой репутацией. Как многие критики вот, действий оппозиции Алексея Навального, в частности, говорили, партия, которая внезапно станет главным выгодоприобретателем так называемого умного голосования. Если раньше Мосгордума была таким монолитом, где были представлены исключительно одни единороссы, то сейчас это уже не так. И сюда за счет разных настроений внутри самой КПРФ, за счет того, что там есть разные люди с более и менее лояльно настроенной в отношении действующей в России власти, безусловно, на этих противоречиях можно будет играть. И, безусловно, нас ждет достаточно любопытная судьба вот этой фракции КПРФ, как она будет действовать, насколько там будет сильная партийная дисциплина, насколько она будет играть в ту игру, которую власти ей предложат. Кризис политического представительства, который имел место все эти годы, не то чтобы разрешился, но, по крайней мере, этот кризис начал иметь какую-то свою внутреннюю динамику. Мы сделали первый шаг к тому, чтобы во власти были представители людей с разными политическими убеждениями. Всеобщая политизация и протестное голосование в результате, в том числе, тактики умного голосования. Этого сценария за пределами Москвы, за исключением дальневосточных регионов, может быть, и местных законодательных собраний, их, к сожалению, не случилось. Получилось так, что все кандидаты-единороссы, они были в это 8 сентября, в этом году, были успешно избраны на свои посты, как видимо, без каких-то, ну, без какого-то серьезного сопротивления. И, конечно, в Петербурге избрание Беглова — это, на самом деле, начало затяжного политического кризиса. А тот факт, что его сейчас вот таким образом занесли в Смольный, скорее свидетельствует о том, что
с одной стороны, политическая система работает в Петербурге, как она работала все последние десятилетия, когда кто угодно мог избираться, потому что был административный ресурс. С другой стороны, она свидетельствует о том, что в Петербурге люди не смогли из этого сделать проблему для самих себя и для власти, как это случилось в Москве на фоне выборов в Мосгордуму. Вот такой новый интерес к политике и ощущение того, что вообще что-то в политике можно делать, что-то зависит от нас и что-то можно менять. Как сказал поэтому Митя Олешковский, очень любопытный твит он написал: «Я впервые за всю свою жизнь в России, — говорит он, — проголосовал за кандидата, который в итоге победил. Никогда такого не было, и вот совершенно новый опыт». И мне кажется, что действительно это на городском, на региональном уровне сейчас вопрос о том, что политика в России заново переизобретается накануне каких-то сложных процессов, которые должны будут подготовить так называемый транзит власти в 2024 году, формально, а скорее всего раньше этот транзит будет происходить, и выборов в Государственную Думу, которые по графику должны состояться в 2021 году.